Тотальная проверка ярославских автолюбителей дает плоды. Кроме пьяных, на дорогах встречаются люди, которые катаются без документов и страховки. Накануне на площади Подвойского в Ярославле был остановлен ВАЗ-2112. Молодой водитель ехал без страхового полиса, зато при параде. А почему номера включаете у молодого человека? Потому что нарушает. Сотрудники ДПС снимают с автомобиля номера. Молодой человек вроде не расстроился, но и светиться перед камерой не намерен. Нет, ничего не случилось. А в чем проблема-то? Ничего не случилось. А эта женщина героически спасла своего супруга. В ходе проверки инспекторы выяснили, у мужчины истек срок действия водительского удостоверения. Сесть за руль это ему не помешало. Чтобы не платить за услугу эвакуатора, за помощью пришлось обратиться к жене. На Большой Федоровской инспекторы останавливают «Жигули» 99-й модели. На требование инспекторов предъявить права водитель ответил, что забыл их дома. Но тут же заверил, что водительское удостоверение привезут родственники. Да ничего не случилось, сочинили на камеру. Ближе к полуночи инспекторы останавливают еще одну машину. Водитель ведет себя подозрительно. Ему предлагают пройти медосвидетельствование. Парень соглашается. Подозревали, якобы наркотики применял. Вот, показал тест? Врач сказал, что этого нет. Во время рейда было выявлено немало правонарушений со стороны водителей. Отсутствие страхового полиса, отсутствие водительского удостоверения и так далее. Что таких людей ждет? Административное наказание в виде задержания транспортного средства, снятия госрегистрационных знаков и так далее. Посмотрев наш сюжет, вы сможете сделать вывод о том, какие люди курсируют по ночному Ярославлю. Георгий Колчин, место происшествия.